Сегодня же в Одессе горело одно из зданий Минобороны на улице Фонтанская дорога. Ранее там был факультет Института сухопутных войск, но в последние годы его поставили на капремонт. По данным спасателей, огонь охватил 300 квадратных метров. Горела крыша, чердачное помещение и третий этаж здания. А вскоре после начала пожара взорвался еще и газовый баллон. Чрезвычайную ситуацию ликвидировали в течение 2 часов. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Однако было установлено, что накануне вечером на чердачном помещении производились ремонтные и сварочные работы.